7 800 000 леев перечислил Минфин на выплату единовременных пособий сотрудникам, заразившимся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Решение одобрено Кабмином. Согласно документу, по 16 тысяч леев получат 487 человек, работающих в системе здравоохранения, сфере юстиции, обороны, внутренних дел и ряде других бюджетных организаций. До сих пор было выплачено 1690 таких компенсаций.